Здравствуйте, это видеоответ Диванычу по поводу походных столовых приборов. И в качестве такого продемонстрирую вот такое вот приблудо от сплава. Да? Идет она как ложка-вилка или как ловилка. Идет вот в таком вот чехле. Да, тоже типа фирменный. Ну, чехол обычный, ничего особого. В сторону. Ложка-вилка. Что она себя включает? Ну, во-первых, это ложка. Непосредственно сама, да. Некоторая имитация вилки, вот эти зубчики, должны работать как вилка, да. Как вилка и как ножик до определенной степени. И открывашка. Открывашка для, скажем так, для лимонада, да. Как открывашка никогда не использовал и, скорее всего, не буду использовать, потому что боюсь, что она просто лопнет. Материал. Материал заявлен титан. Ну, судя по весу, она очень легкая. Возможно, это действительно титан. Где изготовлен, не знаю. Скорее всего, конечно, на Китай. Хотя, вроде бы, в России есть производство по изготовлению посуды из титана. Но сомневаюсь, что сам сплав производит эту продукцию. По весу. Включаем весы. Итак, вес 15,3 грамма. Это без чехла, а со стандартным чехлом. А со стандартным чехлом она будет весить 21 грамм. Очень легкая. Очень легкая. По размерам. По размерам это порядка 16 сантиметров, плюс-минус. По толщине ее заранее замерял. Могу сказать, что в районе ручки это порядка 2 миллиметров. А вот в этой части, черпало, по-моему, называется, да, у нас здесь около 1 миллиметра, плюс-минус. По относительным размерам. Сделаем вот так вот. С одной стороны мы положим стандартную столовую ложку, с другой стороны чайную. Ну, как видите, она, ловилка, занимает какое-то промежуточное положение. Но скорее ближе к чайной все-таки, чем крупные ложки. Итак, самое главное ее достоинство – это компактность. Ее можно положить в сумку или в карман. У ней очень закругленные края, кстати говоря, аккуратненькие закругленные края, и она ничего не порвет, замечательно лежит, хранится там, места не занимает, абсолютно не ощущается. И это ее главное достоинство. Сказать, что она мне часто пригождается, я не могу, поэтому... Поэтому, если вам нужен такой прибор, рекомендую. Но цена, когда я покупал, была около $10. Сейчас я уже не смотрел, сколько она на сайте сплава, но сомневаюсь, что она стала дешевле. Правда, подобная ложка, скорее всего, прослужит вам не один год, если вы ее не потеряете, поэтому это такое довольно-таки удачное, по моему мнению, вложение денег. Ну а на этом я, пожалуй, завершаю. А, нет, не завершаю. Все-таки рекомендую таскать ее, если вы все-таки надумаете ее купить, рекомендую ее таскать не в ее стандартном чехле, а в куске полиэтилена. Это гораздо более практичный способ и... Да? И весит гораздо меньше. Если она запачкается, просто заворачиваем в полиэтилен. Полиэтилен потом можно выкинуть, ложку вымыть. А вот с чехлом такое не получится. Отмыть чехол будет очень проблематично. И вот теперь уже, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.